В ближайшее воскресенье отмечается Всемирный день туризма. В Днепропетровске самые яркие мероприятия пройдут в парке имени Шевченко. Изюминкой праздника, который начнется в 12 часов, станут экскурсии фантасмагории. Группы гидов-любителей прямо в парке проведут экскурсии по разным странам и городам, расскажут о достопримечательностях на языках стран, которые они выбрали. Но гостям праздника переживать не стоит, преодолеть языковый барьер помогут переводчики. Кроме того, в парке Шевченко проведут множество мастер-классов по петряковской росписи, лепке из глины, национальному боди и фейс-арту. В праздничной программе летнего театра современные традиционные танцы и песни. Встречать гостей у колоннады будет электронный гид Марьяна, голограмма девушки, которая сейчас приветствует посетителей исторического музея.